Доброе утро, моя любимая страна. К нам сегодня пришли добрые люди. Покажем. Анжелика. Привет. Привет. И вот там красавчик Жак. Жак пришел с заболеванием, в котором мы разберемся, окажем помощь, и Жак будет бегать долго и счастливо. И радовать свою хозяйку. В любом случае. Сегодня Анжелика говорит: я хотел бы оставить немножко денежек для следующих пациентов. Вот когда-то кому-то не будет хватать. Почему Анжелика это сказала? Потому что когда-то в свое время у Анжелики не хватало денег для оплаты ветеринарных услуг. Сказали, а вот кто-то оставил эти денежки для вас. И вот сегодня закон вот такой, круговорот или как называется, не знаю. Как называется? Добра в природе, наверное. Добра в природе. Он снова идет вперед, и мы его продолжаем. Сегодня Анжелика оставляет копеечку, которую мы в дальнейшем распределим на кого-то из вас. Всем спасибо и хорошего дня. Здоровья. Здоровья.